просто сбежали. Ксерокопию дали. Заверенная должна быть. Это не бумажка, это может потерять пропуск. Сертификат качественный. Проблем нету, это у вас какие-то, наверное, проблемы. Вы же меня остановили. Проверка документов? Да, я думал, как бы. Основание? Там так есть, да, там? Знакомиться будете сами или мне вам зачитать его? Читайте. Читайте. Основание для предъявления сотрудника требования об остановке водителя транспортных средств. Установлены визуально или зафиксированы с использованием технических средств признаки нарушения требования в области обеспечения безопасности дорожного движения. Что-то было зафиксировано? Нет, что-то было зафиксировано. Проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документы на транспортное средство. Но они со 106-м пузом. Со 106-м пунктом это идет. Но какие-то. С чего проверка документов? Документов. 106. Основания для проверки документов необходимы для участника дорожного движения.
Вот такие вот у нас сотрудники просто сбежали с места.